там дрова палят, по-моему. Ну такие остатки, типа шметки. Чем от Минска? Да. Ну, по-моему, отсюда, это пополам. Отсюда 420 или 460. По-моему, примерно столько же. Ну, плюс-минус. А нет, не отсюда, а от берега 460. Mm-hmm. Не через Москву, а вот до Минска, наверное, 620. Ну, тогда, ну, примерно пополам. Две трети, может, треть. Не, но все равно Смоленск у нас немного не часто ездит. С Витебска ездит часто. Но там близко совсем. Ну у нас просто только начинает как бы а такой. С Минска ты что туда кататься? Как бы вкусно. Не, ну сценарки-то здесь раньше начали делать. Нет, ну это не поеду, да. Ну вот у нас просто в основном типа такие открытые, которые там раз постоянно раз в неделю, две раза в неделю там часто. И там да. А вот сценарки, крупные такие турниры начали делать недавно. Сколько сейчас время? Угу. Да, хотелось бы сходить, в прошлый раз было интересно. Новые? А. Были? Уже... Я в армии был полгода назад. Ну, уже года три, по-моему, у них же это есть. Может, два. Они просто не так сильно популярны, потому что ну, датчики есть, типа, да, коэффициент урона программируется, но очень широкого луча ты, когда одеваешь его, в тебя все время в жилет попадает, в голову хрен попадешь. Нужно выше брать и еще знать, насколько выше. Ну вот. Да, и выше широкий. Да. А вот сейчас, вот, когда эти новые сейчас попробовали делать, это вроде как узко. Да. Нет, так, с слабой мощностью оно бы все равно далеко било, просто цель все нужно. Здесь прицел хреновый в самом цели. Он же не регулирует. Ну да. Ну здесь, по-моему, старые еще диоды. Да, слушайте, они как-то так привезли, вот они нулевые вообще, коробку не знаю. А, тогда скорее всего новые. Слушай, я вижу, что пушки целые, потому что повязки даже не царапаны вообще да, нигде. Да, они вообще новые, да. Просто новые. Но. Да, да. Плюс приехал, починился, обновился, поконсультировался. Я еще шутил, что у нас в синей команде и Ковжаров техподдержка, и Здановский, начальник сервисных центров. То есть у нас стволы должны быть нормальные в команде. Я надеюсь, что ну, с такой подготовкой на этом полигоне часто что-нибудь будет. Если планируется, да. Ну, я один раз, да. Больно круто было бы. Угу. Согласно, с 3000 строить. Ну, да. Кажется, что 3000 много, а с другой стороны, прокатная игра. За 3 часа только отдастся. Целый день бегаешь, за 1000 метров. За 3 часа. Тут целый день бегаешь, чуть кормят и вообще. Да. Вот это вообще себе придумано, что и питание, и проживание. То есть вообще приехал как в гостиницу вообще. С тобой только тагеры и камуфляж взял. Да. Это очень классно. Магазины есть.
Ну, в принципе, я смотрю, движуха развивается, то есть чаще игры появляются, как-то больше регионально расширяется. У нас, наконец-то, вот в этом году, за, ну, год по срокам, уже три турнира было по 12 команд. Многие просто говорят, всякие футболисты, боишься, ну вот пулька не попадает, не прикольно, вот они пока не поиграют. Да. Но он понимает, что разницы особо и нет. Нет, так здесь даже веселее, здесь дальности выше гораздо. Да. Вот. И как бы все честно. Да. Даже не то, что честно, а просто не надо задумываться о том, что услышал ты этот хлопок по тебе попадание или не услышал, или через кусты пробежал. Форму любую, да. Любую. Да. Это да, это классно. Я уже в страйкбол ездил только так, отдохнуть. Вывод стволов, походу, тоже любой. Любой страйкбольный ствол. Да, плюс ММГ. Синяя команда, как называется? Скиф 4. Скиф 4. Хорошо.